Анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в четверг стало известно, что пресс-секретарь Болсонару заразился и в настоящее время находится на карантине у себя дома. Высокопоставленный сотрудник Бразилии сообщил Reuters, что вся бразильская делегация, которая отправилась во Флориду, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, проходит тестирование на вирус. В субботу Трамп и Болсонару обедали. Два сенатора, республиканца из США, которые присутствовали на званом обеде, заявили, что они на домашнем карантине. Сенатор Рик Скотт из Флориды и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины. Между тем, пресс-секретарь Трампа заявил в четверг, что президент и вице-президент Майк Пенс не нуждаются в тестировании.